Белоруссия предложила научить Россию делать молоко. Белоруссия заявила о готовности поделиться с Россией собственным опытом и помочь в развитии молочной отрасли. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц, сообщает Белта. У нашей страны есть чему поучиться, есть что перенять. Наша страна готова оказать содействие Российской Федерации в быстрейшем достижении задач, которые поставил мой коллега министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, сказал Заяц. По его мнению, России нет необходимости ограждаться каким-то глухим забором от своей соседки. Заяц предложил зарубежным специалистам изучить опыт республики в молочной отрасли. Конкуренция белорусских и российских производителей, полагает министр, является здоровой, и он не видит причин создавать искусственные барьеры. Заяц добавил, что Белоруссия диверсифицирует рынки сбыта своего молока, сокращая поставки в Россию и наращивая их в страны СНГ и Ближнего Востока, а также в Китай. Глава Минсельхоза России Александр Ткачев 5 апреля рекомендовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молока. По его словам, Россия намерена заполнить свой рынок на 90% отечественной продукцией. В то же время чиновник признался, что его ведомство не умеет оценивать долю сухого молока в молочной продукции на прилавках магазинов. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.